Ремонт моста через реку Бугач в Красноярске закончится только к середине ноября. Об этом сегодня рассказали в городской администрации. Сейчас этот отрезок на Майорчака один из самых сложных для движения. Для водителей выставлены знаки и ограничения, а вот остальные дороги, которые попали в этом году в план ремонта, уже доделаны или в стадии завершения. На некоторых улицах, например, на Глинке или Мичурино, подрядчик укладывает новое для Красноярска покрытие – мастично-асфальтобетон. На нем медленнее образуются колеи от большегрузных машин, которые часто ездят по правобережью. А вот асфальт на улице Новосибирской автолюбители уже раскритиковали. Он пошел волнами. Теперь подрядчику нужно успеть переделать некачественную работу до наступления сезона дождей. Зафиксировано пара мест, где у нас были отклонения плит перекрытия, плит колодцев. Ну, что, соответственно, вызывало, когда ты едешь на машине, на автомобиле, какую-то тряску, какие-то неровности. По данному случаю были выданы предписания.